Да. Да. Вот такой вот спортивный. Классно. И с такими смешными мордочками. Стопа. Молодец. Пятерка. Вы на канале «Принцесса спорта». Вторая часть фотосессии со мной. Меня зовут Амир Гумеров. Я фотограф. А мы начинаем съемку. Даша готова? Да. Даша готова. Поехали. Поехали дальше. Дальше поехали. Я готов. Давайте не Даша, меня не жди. Делай, делай, делай. Просто не остановлюсь. Да. Да. Просто без предмета можно обращаться. Так, когда тут все готово, да? Есть контакт, надо дальше. Сюда. Идем поближе. Ну-ка, расскажи про свой. Вот сейчас у тебя что за образ? Скажи про следующий лук, который у нас сейчас есть. Следующий образ у меня весь в черном. Вот такой вот спортивный. Классно. И с такими смешными мордочками. А что это за чумбрики такие? Не знаю. Кто бы гнал на этих чумбриков? Ни хрен разберешься. Че, ты готова? Да. Давай начинаем. Стопа. Вот, сейчас у нас фотосессия проходит в Ростове-на-Дону. Вон сзади снимает мама на вторую камеру. Это будет, наверное, Даша. Всем привет. Да. Сколько коленку не натянуть, там столько что-то не очень. Давай. Даша, подожди, люди пройдут. Ждем, люди не прошли еще. Они прошли мимо тебя, но они не прошли мимо кадра. Подожди. А, или так тоже молодец, да? Человек готов? Коленные стопы. О, пятерка. Вот когда... Ну, ты можешь бить, когда хочешь, да? Может. Так, люди, беги, осторожно, видишь? Молодец. Да. Стопа. Молодец. Пятерка. Угу. Тапочки свои закинь сюда поближе, пожалуйста. Кидай тапки. Видишь тапки? Кидай сюда тапки. Кидай мне. Кидай. Можешь кинуть, тебе разрешают. Можно. Кидай. Даша. Почти. Ты что так плохо кинул этот тапок? Как-то ты его не это. Некачественно кинул. Давай еще раз. О. Смотри, даже опять. Попало. Теперь они вместе. Даже рядом. Кольцо там. Кольцо сделай. Тут просто картинка уже совсем другая, поэтому тоже. Ну, а мне так одинаково. Я тебе покажу, сколько она получается. Хочешь мячик? Хочешь мячик? Без мячика хочешь? Да, я хочу. Давай. А можно помочь это сделать, да? Конечно, можешь. Иди помоги. На этом мы заканчиваем нашу фотосессию. Даша сегодня молодец. Смотрите на канале у Даши. Возможно, будет несколько частей по этому поводу. Мы еще не решили, потому что материала сняли много, да? Вот. Ну а ты, если да. Тоже любишь гимнастику, то подписывайся на мой канал и ставь лайк, а теперь...